Ну, во-первых, доброе утро, дорогие друзья. К сожалению, в комментариях никто не отгадал, куда я лечу. Особо и не пытались в этот раз. Я лечу в Сочи. Это, наверное, самая короткая моя поездка. Хотя нет, в Питер было туда и обратно. В общем, сейчас 8 утра, а возвращаюсь я в 2 часа ночи. Это я еду на гастроли. Это корпоративное мероприятие, частное. С артистом, с белорусским коллективом, вы их у меня уже видели не раз. Это Андрей Усанов и группа Спадчина. По-моему, так они называются. Хоть у них еще есть название, я могу путать. Вот. Ну, по возможности, конечно, поснимаю, что смогу. Все-таки мероприятие частное. Что я хотел сказать? Во-первых, я хотел сказать, что я давно не летал. Я давно не видел такого столпотворения в аэропорт в понедельник в районе 7-8 утра. Очередь была везде. И даже не просто на входе в аэропорт, а в бизнес-стойке, в бизнес-проход. Это те, у кого есть, кто летает бизнес-классом. Это те, кто, у кого есть золотые карты Аэрофлота, вот такие как я. Это все время удивляюсь. Раньше это было, знаете, поиметь золотую карту Аэрофлота, это считалось что-то вечно нереальным, прямо вот такое достижение. То сейчас, объясню вам, вот я показал вам сейчас, какая очередь, сколько людей, и вот весь бизнес-зал, смотрите. Очередь Sky Priority и бизнес-класс. Давно я такого не видел. Вот эта вот отдельная очередь сюда. Уже не раз его показывал, этот зал. И чем кормят, показываю. Но можно еще пробежаться. Ну, естественно, сладости. Бутерброды. Такие мюсли, каши. Ой, кстати, надо кашу взять. Как я давно не ел овсяную кашу. Вот это я сейчас ее и возьму. Пассажиров рейса 12. Сначала попью кофе. Аэрофлот, российские авиалинии. Ой, яичница. Сосисоны. Геркулесовая каша на воде, суп крем-овощной. А народу-то, ребят, народу отдельная тема, сейчас поговорим. Он просто каких-то нереальных размеров. И он полностью забит, полностью. Я не уверен, что это люди, все летающие бизнес-классом, это у всех золотые карты. Честно говоря, понараздавали эти золотые карты. Хотя я что, я сам такой же. Я к чему это все говорю? Что все плохо мы живем, все мы жалуемся. А в аэропорт летают, знаете, мне кажется, такое ощущение, что сейчас в метро меньше людей. Вот такая очередь на вход в аэропорт, на въезд в аэропорт. Все жалуемся, понимаете? А летаем, как я не знаю, как... Ну и хорошо, на самом деле. Ты что, плохо-то? Ну, удивился, что такие очереди настолько... Так, ну что, кофе попили, пойдемте кашки поедим. Давно не ел, давно. Я, кстати, куда как не в Сочи выгулять свои тайскую покупку. А? Там вроде плюс 9. The cabin crew will provide any necessary assistance. Я, кстати, первый раз лечу вообще без вещей. Просто с одной сумочкой. Ничего не брал. Даже зарядку не брал. Потому что у меня есть такая переносная. Как всегда, мои последние любимые ряды. В надежде, что я буду один.
этот раз с погодкой вообще никак не повезло в Сочи. Ну, с другой стороны, зато зелени сколько. Я вам хочу сказать, что это был один из самых страшных полетов, потому что так трясло и колбасило. Я вот только один случай помню, когда мы летели из Краснодара в Симферополь с Ириной Александровной Аллегровой. Вот это было вообще... Мы даже не смогли приземлиться. Знаете, мы вот так вот приземлялись в раскачку, а потом, когда уже подходили к земле, потом резко вверх началось. Там прям штанишки были мокрые у меня. И не только у меня. Поэтому сейчас тоже сильно трясло. Ну, слава богу, уже все. Приземлились. Вот это я понимаю организация концертов. Пусть даже небольших, корпоративных. Очень люблю такую организацию. Несмотря на то, что погодка мерзкая, зато мы живем в легендарном, именно сочинском, не адлерском, а сочинском, как же там, как серое море, какой ужас. В Рэдиссоне. Боже, сколько воспоминаний у меня с этим отелем в детстве. И с Шурой мы здесь жили. И вообще, и сестра, по-моему, у меня здесь работала. И да вообще мы здесь. Это первый, кстати, отель, когда вот в советские времена, после, точнее, перестройки, когда здесь была знаменитая гостиница «Жемчужина», единственная, да, это считалось просто высший пилотаж, потому что там вся была тусовка, все артисты, все вообще. Потом открыли вот эту «Рэдиссон Лазурную» в 90-х, и сюда все перекочевали. Вся движуха. Вот. Ну, как всегда, небольшой обзор. Ну, особо здесь показывать нечего. Слушайте, с 90-х годов, а все так сохранилось в таком... Ну, может быть, наверное, не обновляли ремонт тут, я не знаю. Но все выглядит очень прилично. Небольшое, но потом внизу обязательно покажу вам холл. Там выход на бассейн. Боже, еще облазит до сих пор. И этот бассейн. Красивый отель, что говорит. Такая вот кроватка. Мы особо спать-то и не будем. Мы сейчас, у нас саундчек. В 7 часов начала мероприятия. А в 2:20 ночи мы уже улетаем. Так что вот так. Ну, приятно. Спасибо организаторам. Может быть, вы меня смотрите? Такая вот погодка. Это ресепшн, вход. А я тебе покажу водопад. Практически настоящий. Да, не повезло с погодой. В Сочи, если дождь зарядит, то это может неделю идти. Вот такой вот водопад. А вот сама гостиница. Ну что, давайте посмотрим этот роскошный отель. Пойти, что ли, кофеечку дерябнуть? Ну, красота, скажите, ребят. Просто красотища. Здесь, кстати, два, по-моему, бассейна. Один закрытый. Другой открытый. Вон, я вам сейчас покажу открытый. Ой, здесь люди кушают.
Вот там бассейн, вон он. Это открытый. Ресторан «Морской бриз». Как-то вот безлюдно. Я, конечно, понимаю, что сейчас не сезон, но тем не менее. Где все люди-то? Слушайте, ну это, конечно, вообще, где я, как не здесь? Холодная луна на Муз-ТВ, нормально вообще? Я думал, что этот клип уже давно не крутит, блин. Обалдеть. Какое совпадение. И мы здесь с Шурой здесь были, представляете, 100 лет назад. О, какие... Мой любимый стиль, а? Почему холодно? А можно вас кофе попросить? Американо с молоком с горячим. Саундчеки. Посмотрите, как красиво оформлен зал. Посуда какая, ух. Вот сцена будет здесь. Здесь он готовится все в процессе. Ресторан называется «Ля Терраса». Прям в шаговой доступности от отеля. Небольшой ресторанчик. Даже я бы сказал, немножко тесновато здесь. Но тесноте да не в обиде. Я уж подумал, они живые. А живые вот здесь. Ой, виноград настоящий. И гранат. Стойка. Небольшой зал. Зато экраны какие. Нормально вообще. Свадебные цветы. Посмотрите, виноград настоящий. Слива настоящая, гранат настоящий, роза настоящая, опять настоящий виноград. Ой, лучше с той стороны покажу. Вот, посмотрите, какая красота. Самый прикол, это вы потом увидите, что у коллектива костюм один в один цвет вот этого. Представляете, как они будут смотреться на этой сцене? Это не специально, это случайно так. Совпадение? Не думаю. В общем, все живое, представляете? Красотища какая. Сидит, ждет своей участи, как моя вчерашняя курочка. Ой, это же эти, как они называются, морские ежи. Они такие вкусные вообще. Буль-буль-буль-буль-буль. Я роман с продолжением пишу, знаю. Знаю точно, где мой адресат. В доме, где резной палисад. Хорошо, все, так и справляемся. А? Один. Нет, пятерка. Хорошо, для пения хорошо здесь. А, для пения в самый раз. После... Дорога.
Встречали гостей. Это Любаша, Лизина мама. Все-таки канапешки, посмотрите, какие да, мясные штучки. Пожелала присоединиться к нашим поздравлениям. А, это вот 80 лет Галина. Здесь фотографировались все. Правильно я понимаю, 8-0 и Галина. Все вместе совмещено. Юбилей, в общем. Друзья, это было стихотворное поздравление. Смотри, давайте как красиво сделано. План, ура! План рассадки. Ура, ура! Все расписаны гости. Но сегодня подруги очень много сюрпризов подготовили. И в том числе от Веры будет несколько сюрпризов. Да. Прикольно. А сейчас... Очень красиво. А сейчас... Белорежская пуща, Белорежская пуща. Твой заветный напев, чудотворный напев. У субботу янка ехал на раки. Девчиночка, куда идешь? Скажешь ты мне правдочку, где живешь? Я живу для реченьки, для воды. Забыл на ночи хаточку, злебяды. Ты куда не кричишь, по слухам? Заверуха, метель, заверуха. На дворе ни машин, ни людей. На дворе ни машин, ни людей. Ура, товарищи! Все, что происходит на наших
голубых экранах. Вот так вот все закружилось, И все, что мы могли видеть по телевизору, приходит к нам в гости. Специальный сюрприз для Галины Константиновны. Давайте поаплодируем, встречаем на сцене. А кого? Пусть она узнает сама. Исполним следующую песню только хором. Поехали. Подходит к концу, но мне страшно подумать, как мы полетим. Дождь, такой ветер, просто жуть. Споем дружно, хором и потанцуем.
мы уже в аэропорту. Не знаю, нам говорят в Аэрофлоте, что это абсолютно нормальная, адекватная летная погода. Все самолеты сейчас улетели, никаких задержек нету. А по мне так это просто ужас. Сегодня вон Слава Веран долетел тоже. Говорит, за 10 лет, говорит, первый раз такая посадка была. Вот 10 лет здесь живет. Говорит, такого стрёма и ужаса. Короче, я чувствую, это будет самая страшная поездка, но самый очень милый и добрый корпоративчик. С юбилеем, Галину Константиновну. Идем на посадку. Наш полет еще оказался страшнее, когда я узнал, что мы летим на сухом суперджете. Думаю, что вам не нужно рассказывать, что такое сухой суперджет. Здрасте. Ой, блин, не отбивается. Печально. Был свободный еще крест. Здравствуйте. 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 После окончания посадки можно было. Есть специальный зал, последний ряд. Но забыл, что есть. Забыл, что в сухом. А все остальное. Я спросил у стюарта, я говорю, мотыляло, когда садились. Он говорит, ага. Говорит, и при взлете тоже будет. Готовьтесь. Я говорю, спасибо. Ой, честно, прям. Я на всякий случай не буду раздеваться, сумку снимать, чтобы не замерзнуть. Знаете, береженого Бога любит. Сказала монашка. Наушники сели. Хорошо, зарядчик с собой есть. Заряжаю. Началось. Корабля, меня зовут Владимир Гиньков, второй пилот сегодня Дмитрий Холостяков. Я приветствую вас на борту самолета авиакомпании «Аэрофлот». Одна из старейших и самых известных компаний мира. В марте этого года наша компания исполнилась 96 лет. В марте прошлого года, извиняюсь, исполнилось 96 лет. Авиационный парк считается одним из самых молодых в мире. Чем гордится наша компания? Сегодня мы с вами летим по маршруту Сочи-Адлер, Москва-Шереметьево совместно с авиакомпаниями Air Serbia и КЛМ. Да ладно. Настройтесь на приятное путешествие. Время пути состоит 2 часа 20 минут. Уверен, что вам понравится путешествие с авиакомпанией «Аэрофлот». Спасибо, что вы с нами. Мы желаем вам приятного полета на эту минуту в Москве. Облачная снежная погода, температура минус 1 градус. Good morning, ladies. Точно будет приятный полет. My name is Владимир Леденков, компайлот Дмитрий Холостяков. Welcome aboard the legendary Аэрофлот. Класса эконом на время обслуживания и питания привести спинку креста в вертикальное положение. Будем признательны за ваше предложение и отзыв. Дамы и господа, наш самолет готов к взлету. Просим вас убедиться, что все электронные устройства переведены в авиарежим или выключены. Ремень безопасности застегнут. Спинка.
Что, дорогие друзья, я уже дома. Слава богу, долетели. Назад было немножечко полегче, честно признаюсь. Когда туда приземлялись, прям жуть была, честно. То ли с возрастом, то ли что. Я не знаю, раньше вообще было по барабану все. А сейчас как-то стало страшновато. Да и эти вот самолеты, сухой суперджет. Руслан, а почему ты ничего не ешь? Скажи мне, пожалуйста. Вот у меня не было, у тебя полная миска. Это что такое? В общем, вот такие вот были гастроли, и это тоже часть моей работы. Гастроли бывают разные, но это такая, знаете, халтура. Приятная халтура, потому что это не тур гастрольный, это ты не заморачиваешься ничего, ни покупкой билетов, ничего не думаешь. Просто нужно приехать, отработать и все проконтролировать. Спасибо большое, что пригласили, Владимир, и вашу маму еще раз с юбилеем. ГНС, спасибо за организацию. Очень было приятно поработать, познакомиться. Все, ребят, вам спасибо за просмотр. Я вас всех обнял, приподнял, поцеловал. И я сейчас уже просто электросон. Сейчас я вам скажу, сколько времени. 6:30 утра. Все, пока-пока.